Зимняя детская киноакадемия «Солимпус». 14 профессиональных фотокамер, диктофоны и все, что нужно для съемок. Партнер киноакадемии «Олимпус» предоставил сменовцам технику для съемок фильма. Мальчишкам и девчонкам выпал уникальный шанс не только снимать с помощью профессиональной камеры, но и посетить мастер-классы по операторскому мастерству от фотографа Евгения Уварова. Евгений презентовал фотоаппараты от компании «Олимпус». Главное их преимущество – защита от брызг, пыли, низкой температуры, стабилизация камеры и удаленное управление по Wi-Fi. Евгений наглядно показал защиту камеры от брызг. О том, как стать профессионалом. Для того, чтобы достичь успеха в чем-либо, достаточно уделить внимание любимому занятию 10 тысяч часов. На это уйдет 2 года по 8 часов в день. Евгений Уваров показал поучительный видеоролик, который сняли на камеру «Олимпус». Говорят, чтобы достичь успеха в каком-то деле, нужно посвятить ему 10 тысяч часов. Это просто и жизненный опыт, и творческий опыт. А может быть, представьте себе, что кто-то благодаря этому и профессию потом найдет себе. Представляете, как прикольно чувствовать себя причастным к тому, что кто-то выбрал жизненный путь благодаря твоему какому-то там точечному вмешательству в это. Участница смены «Зимняя детская киноакадемия» Дарья Киселева мечтает поступить во ВГИК. На киноакадемии девушка выбрала кинооператорский факультет, потому что собирает портфолио, снимает фильм «Пульсация». На презентации фотоаппаратов «Олимпус» девушка была особенно активна. Она хочет снимать на профессиональную камеру. Мне очень понравилось, я в шоке от камеры, особенно от стабилизации. Потому что вот мы снимаем фильм «Пульсацию», и у нас нет стедикама, и у нас просто все жестко трясется. Если со штативом работать, то мы там уже и ножку наклоняем, чтобы сделать какой-то наезд, потому что стедикама нет. А здесь я посмотрела видео, и там просто там нереальная тряска, а на камере этого не видно, и меня это прям поразило очень. Во время киноакадемии компания «Олимпус» проводит конкурс. Лучшая операторская работа получит экшн-камеру, которая записывает абсолютно всю информацию об окружающей среде.